Пробный экзамен по информатике в форме ЕГЭ прошел в 24-й гимназии Магадана. В этом году его проведут в новом формате. Выпускники будут сдавать экзамен на компьютере. Аттестация продлится около 4 часов. Попробовали свои силы на первом этапе экзамена 10 учеников гимназии номер 24. Этот экзамен не направлен больше на оценивание результата, а скорее всего направлен на то, чтобы попробовать свои силы в новом формате, ознакомиться с программой, как она работает. Есть новый формат черновика, что раньше не было, то есть они записывают это все как бы на черновике, сдают это. Вот. Ну, как бы ребята настроены положительно поучаствовать в данном экзамене. В этом году к экзаменам готовится более 600 выпускников 11 классов из 18 школ Магадана. На базе гимназии номер 24 основных экзаменов для выпускников школ проводить не будут. Основной этап ЕГЭ завершится 25 июня экзаменом по информатике в компьютерной форме. В этом учебном году наиболее популярными экзаменами по выбору для выпускников стали профильная математика, обществознание и физика. Итоговая аттестация пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В аудиториях будут размещать не более 10 участников. Всего в Магадане планируют организовать работу 8 пунктов проведения экзаменов.